Здравствуйте, дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо. И сегодня я рад представить вашему вниманию очень интересный продукт от компании Fighting Films. Это музыкальный диск Fight Music. И давайте мы посмотрим, что же это за музыкальный диск и для чего его можно, в каких целях его можно использовать. Итак, мы открываем коробочку. И сразу видим, здесь у нас сам музыкальный диск с очень интересной, красивой фотографией, где нарисованы дзюдоисты, судья. И здесь также написано Fight Music. А с другой стороны мы видим у нас описание тех мелодий, которые записаны на этом замечательном музыкальном диске. И давайте мы посмотрим. Здесь у нас есть 1, 2, 3 блока музыкальных. Первый блок – это просто очень хорошая динамичная музыка для любых случаев, просто в дороге слушать и так далее, для тренировок, мотивирующая музыка. Вторая часть – это музыка для эвентов или соревнований. Здесь мы видим, есть мелодии для приветствия, различные мелодии для маршей, выхода команд, спортсменов, судей, самих поединков. Их тоже порядка 7 мелодий здесь. Также мы видим, есть в третьей части, это мелодии, музыка для презентации победителей и призеров соревнований. Здесь для бронзовых, серебряные, золотые медали, а также различные другие номинации и приветствия команд, судей. И заключительное, когда заканчиваются соревнования, тоже специальная музыка, как бы прощальная такая. Вот. Очень интересный музыкальный диск, который выпускает компания Fighting Films. Количество этих дисков ограничено, и я рекомендую всем клубам, кто проводит соревнования, использовать эту музыку, эти темы для своих целей и задач. Очень хороший музыкальный диск. Вот здесь на другой стороне опять мы видим, какие есть музыкальные темы. Рекомендую.